находимся на Рандраке. Сейчас с нашего приюта до конца гряды. Ну, оттуда будем стартовать. Вообще сегодня очень важный день. Сегодня у нас последняя, крайняя тренировка перед восхождением. Мы должны сегодня набрать высоту 5100. Грубо говоря, можно было идти уже на восхождение пешком, но по технологии можно и на Рандраке. Поэтому мы немножко себе на один час включаем путь, но все самое сложное будет в кругу. Вчера мы дошли вот до низа скал Пастуховых. Да. Да, вчерашняя наша высокая точка была вот там. Внизу вот этой семерочки, если видно, Джеб. Вот. Ну, теперь время карабкаться дальше. Пошли. Так как я уже восходил, я в принципе знал, что там как бы любое телодвижение — это силы. Несмотря на то, что у нас есть с собой аппарат и так далее, то мы будем смотреть, насколько вообще реально там, да, вот это вот все там, сделать концерт и все это снять и записать, мы будем смотреть относительно своего состояния. 4900 уже порядочно загребает, у всех болит голова, еще немного осталось до Ратрака. GPS показывает 5001 метр. Поздравляю! Мы выше Монблана, это несколько успокаивает. Но ниже базового лагеря Эвереста. Метров на 300. Я, честно говоря, был достаточно скептически настроен вообще, что вообще нам все это удастся сделать. Вот, но когда у нас образовался вот этот вот, ну, как бы всегда день отдыха перед восхождением, когда у нас образовался этот день отдыха, и мы собрали аппарат, и я сел за барабаны, и мы еще что-то начали играть, я понял, насколько я поэтому соскучился, и мне кажется, что вот этот вот сам концерт, он какую-то дополнительную энергетику дал. Это невозможно вообще ни с чем сравнить. Я все время, что мы вернулись, думаю и пытаюсь какие-то проводить параллели, они вообще не проводятся. Размахивать гитарой на фоне гор, таких прям красивых, это очень интересное ощущение. Да. Не ожидал, что мы сможем вот такой полный пакет вытянуть, что касается вот музыкальной части. То есть средние ожидания были немножко ниже. Думал, что ну, что-то как-то мы, наверное, сделаем, попробуем, ну вот что получится. Но мне кажется, что получилось действительно очень интересно и полноценно. Но мне показалось, что просто как-то все более эпично было, что ли. Не знаю. Ну, круто, да. Я сбегу, только надо, далеко, чтоб меня не найти. Ни Ми-6, ни Масса. Хорошо бы еще для начала тебя разлюбить. Тебя разлюбить. Я уеду в дальние края. Самый удивительный выход на сцену. Кстати, очень правильный вообще. We'll be right back.
пойдем со мной. Ты знаешь, весь мир в руках. Перехвати в карман, поверь со мной. Не заскучаешь, ведь у меня есть гениальный план. Come on. Ограбим ли банк, угоним ли там. Мы вместе с тобой, веселья ради. Изменим ли мир, порвемся в эфир. А может быть мы махнем вокруг земли. Давай полетаем с тобой. Друг друга украдем. Нас не найдут, нас не поймают. Мы лучше всех, мы супер экипаж. Еще мгновенье и взлетаем. Адреналин по венам и фасаж. Камон! Отправим ли вам, угоним ли там. Мы вместе с тобой, веселья ради. Изменим ли мы, порвемся в эфир. А может быть мы махнем вокруг земли. Полетаем с тобой вдвоем на аэроплане. Друг друга украдем. Давай полетаем с тобой вдвоем на аэроплане. Это какое-то невероятное вдохновение. При том, что там было немного слушателей, альпинисты, они там какие-то группы приходили, уходили, и у них не было времени просто сидеть и слушать нас все время, потому что там очень все жестко в графике. И ты играешь, по сути, сам для себя, для своих коллег и для того, что вокруг у тебя, для всех этих гор, снегов, тех же галок там, я не знаю. Когда ты в этом концерте никак... у тебя нет никакой выгоды от него. Ты занимаешься, ну, вообще, по сути, чистым искусством. Тебя, скорее всего, там в какую-то песню не слушал, наверное, вообще никто, потому что одна группа уже ушла наверх, а вторая еще сверху не спустилась. И это ничего не меняет в твоем ощущении восторга вот этим вот чистым искусством. Какой-то народ проходил, мы еще пока настраивались, они такие, можно мы здесь посидим, что так круто вообще. Энергетически это дало, конечно, такой подъем. То есть играть вот на природе и, как сказать, ну я типа такой играю, поворачиваю голову там Эльбрус, и вот это вот все масштабы, ну это вообще, конечно, не... неописуемые ощущения, это такой, это большой кайф. Я не знаю, как там Роман, потому что как бы певцу, ну, как бы, как там петь-то на высоте? Все-таки надо, чтобы был воздух, да? Я так и не понял, это было или не было? Это был лучший концерт в моей жизни, чуваки. Гора сегодня нам просто так помогла с погодой, что просто офигеть. Я с утра сегодня проснулся и вообще воздух сухой, все. Думаю, вообще двух слов сложно связать. Вот. А ничего, спели, сыграли. Здесь все-таки энергетика какая-то сумасшедшая.
Вот. И вот гора, она спряталась сегодня, но я говорю серьезно, она нам сегодня позволила это сделать. Потому что если бы, например, пришли грозовые облака, да просто все что угодно, снег, крупа, дождь и все. А мы просто смогли это сделать, и это очень здорово, нам повезло.